Я милая тяночка. Я. Мряу? Опять комикс! 850? Хорошо. Здравствуй, вождя, я рад за тебя при любых обстоятельствах. Обожаю твое творчество. Пожалуйста, у меня с братками есть братан Димон. Он тоже тебя глубоко уважает, но он пропал. Обратись к нему и погадай. В смысле, у тебя брат Димон пропал? И ты реально думаешь, что хороший вариант это обратиться ко мне с просьбой погадать? На Димосика, ребят, все. Смотри, я сейчас... Я хз, пропал он у тебя, не пропал, но давай... Что с ним сейчас происходит? Давай. Условно, существует некий Димосик. Некий Димосик. Некая личность Димосик. Давайте узнаем. Что на данный момент происходит с Димосиком? Перевернутая карта мечи 7. Почему это с ним сейчас происходит? Происходит с ним по причине отшельник перевернутый. И что будет с Димосиком? Перевернутая королева Пентакли. Смотри. Давай, мечи 7. Проект, попытка, желание, надежда, доверие, разговор. План, который может потерпеть неудачу, неприятность. Короче, твой Димосик, походу, имел желание, надежду что-то сделать. И, видимо, он попытался это сделать. План у него этот появился по причине отшельник. Одиночество, поиск, духовность, отсутствие материальной заинтересованности. Короче, твой Димон совершил кретинский поступок. Кретинский поступок. И за счет этого он, видимо, заимел надежду этот поступок исправить. Королева Пентакли перевернутая. Королева Пентакли перевернутая. Обычно королева Пентакли это богатство, великодушие, великолепие, безопасность, свобода. Есть вероятность, что твой другалек сядет, блядь, либо проебет бабос. Все.